Привет, друзья и гости моего канала. Мы едем на пляж. Уже лет 10 я не была на этом пляже. Но один случай повлиял на мое отношение к нашему пляжу. И я решила проверить. Однажды по телевизору в украинском канале я услышала Дмитрия Гордона, который говорил о нашем Черниговском пляже. И он был в восторге от нашего пляжа, а я не была. И мне стало очень стыдно. Поэтому сегодня мы едем на пляж. Мы уже подъезжаем. И вы можете видеть, как люди идут, сколько людей, сколько там машин. Там внимание, где? И сейчас будем искать стоянку, где бы мы могли припарковаться. Так изменился золотой пляж, я его приду. Или где-то здесь на улочке. Другой? Потому что на пляж машину запрещено держать. Здесь стоит шлагбаум. Но есть стоянка, бесплатная стоянка. Правильно. И машины вдоль улицы тоже стоят. Люди, все люди идут на пляж. Жара необыкновенная. А вот и стоянка. Нема места? Сейчас станет. А вот здесь, Эй, дядь, вот здесь. Я всегда... Ой. Дядька. Ух, дядька. Сейчас машина выйдет и... Налево? И мы едем на стоянку. Нам повезло. Мы на стоянке. Здесь на стоянке мы переодеваемся и идем на пляж. Лево. Да вот так встань здесь. Вот и все. Идем. Пляж такой ухоженный, я в шоке. Вы только посмотрите, какая прелесть. Во-первых, тут очень много людей, наверное, весь Чернигов пришел сюда на пляж. Урны через каждые 20 метров, может, меньше. Детские площадки. Оборудование. Нигде мусора вы не увидите. А культурные цветочки растут. Ленточки, крестные. Плиточки все выложены. Очень красивые. Машинки нужно. Вид на поездах. Я думаю, одеться это делать. Очень удобно. А вот и сама речка Десна. Сейчас мы найдем местечко и пойдем купаться. Песочек, зелень и чистенький, ну просто супер. Здесь никто не спорит. Вы не увидите здесь ни бутылок, ни пустых, ни бумажек, как конфет хотя бы.
Здесь очень хорошая крепость. Идет на тренировку. Спортсмен. А их сколько людей? Рыбы. Там все называется. На всем места хватает. На всем кому не мешает. Водички тепленькие. Просто прелесть. Печенье у нас вкусное, очень большое. И такие еще оборудования здесь. Детские площадки. Тут кафешки. Здесь люди могут сразу же покушать. Велосипедные. Тут можно посмотреть детки. И вот такие вот кафешки. А у меня здесь не одна кафешка. Здесь очень много кафешек. Ну, наверное, штук 10. Вот так. Проходили мимо. Еще там какие-то. Тоже 301 или 8. Место всем хватает. И обратите внимание, что столики чистенькие, за всем убирается сразу же. Велосипеды можно поставить, если человек приехал на велосипеде. Здесь еще такие вот спортивные тренажеры. Здесь можно обмыться, чистенькой водичкой. Вот, переодеться. Душевые такие кабинки. Вот на этом можно тоже прокататься. Пляжный. А вот тренажеры. Тачки такие вот не тренируются. Это детская зона. Здесь можно детки, развлечения для детей всякие. Детский простой. Называется. Вот такие вот простые удочки выложены. Сотиночки такие. А здесь вот оборудованы волейбольные площадки, баскетбольные площадки. И каждый, их штук, наверное, 15, я не считаю. И каждый тут молодежь играет. Есть чем занять себя на пляже. И вот и развлечения. А вот досы, такая вот пыль ледяная. Я не верю.